Алтайский край занимает лидерские позиции в стране по развитию внутреннего туризма. Об этом заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. Накануне вместе с главой региона Александром Карлиным они посетили туристический кластер «Белокуриха-2». По словам полпреда, все регионы Сибири достаточно внимания уделяют развитию туризма. Однако Алтайский край по многим критериям вырвался вперед. Этому способствует и география региона, и климатические условия, и экономические показатели. Также Николай Рогожкин выразил надежду, что в будущем Сибирский федеральный округ станет лидером туристической отрасли по стране, в том числе благодаря успехам нашего региона. Есть мысли, есть планы, которые начинают притворяться в жизнь. И полагаю, что туризм, который будет развиваться у нас в Алтайском крае, он займет достойное место в формате развития внутреннего туризма в России в целом.